Сайт letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн-покупки в более 500 популярных магазинов. Дополнение для Google Chrome и Яндекс.Браузера поможет проверить наличие кэшбэка на страницах магазина. Как получить двойной кэшбэк с интернет-покупок, смотрите в описании под видео. А сегодня я покажу вам 10 полезных и просто интересных вещей, которые можно купить в крупнейшем интернет-магазине AliExpress. Летающий будильник – это зачем, спросите вы? Конечно, чтобы быстрее поднять вас с кровати. Когда вы очередной раз с утра захотите проспать, бесконечно переставляя звонок будильника на 5 минут вперед, с этим парнем такой трюк у вас не пройдет. Когда наступает время подъема, этот малыш включает жуткую сирену, и пропеллер взмывает воздух. Чтобы отключить сирену, нужно отыскать тот самый пропеллер, который уже успел отлететь от вас подальше, и вставить его обратно. После такого стресса вы уже вряд ли ляжете обратно в кровать. А такая чашка больше подходит лентяям, которым лень взять в руки ложку и перемешать ее содержимое. Кружка со встроенным моторчиком сделает всю работу за вас. Достаточно нажать на кнопку, и ваш кофе, чай с сахаром, растворимый суп или что вы еще там употребляете, будет мгновенно перемешано. Если бы еще и ко рту подносить умело, цены бы ей просто не было. А такая кружка поможет вам удобно заварить чай, так что вам потом не придется вылавливать ложкой по одной чаинке. Положил заварку с одной стороны, а когда чай заварился, можешь смело пить с другой. Удобно использовать как на работе, так и дома. Согласитесь, не всегда удобно носить наушники зимой. Не наденешь шапку, замерзнешь, а под шапкой с ними не очень комфортно. Именно поэтому для вас придумали шапку со встроенными Bluetooth наушниками. Шапка совместима со всеми Bluetooth устройствами, будь то плеер, смартфон, планшет или ноутбук. А благодаря специальному влагоустойчивому материалу, даже сильный снегопад ей не помеха. Раз уж затронули тему гаджетов для зимы, хочу показать вам перчатки со встроенной Bluetooth гарнитурой. Чтобы ответить на звонок, вам больше не придется отмораживать руки, судорожно доставая телефон из кармана. Достаточно растопырить пальцы в известном жесте и начать разговор. Причем итальянские дизайнеры, которые первыми ввели моду на такие перчатки, решили угодить всем и сделали как матерчатые, так и кожаные экземпляры. Очки виртуальной реальности сегодня стали доступны абсолютно каждому, благодаря двум сотрудникам Google, которым в 2013 году пришла в голову идея сделать такие очки на основе обычного смартфона. Вместо встроенного экрана перед вами будет дисплей вашего смартфона, а специальные линзы сделают эффект 3D. Благодаря низкой стоимости таких очков, каждый может погрузиться в мир 3D игр и фильмов прямо у себя дома. А чтобы ваш смартфон после таких напряжений не разрядился, особенно когда поблизости нет розетки, для вас придумали внешние аккумуляторы. Например, вот такой аккумулятор на 10 000 мАч способен заряжать одновременно два смартфона через USB. Индикатор сбоку отображает степень заряда. Подключил и смотри дальше свои любимые фильмы, не боясь, что сядет батарея. Технологии не стоят на месте, и то, что несколько лет назад нам казалось фантастикой, сегодня уже есть в продаже. Браслет Secret на сегодняшний день является, наверное, самым умным браслетом, потому что он по беспроводной связи умеет проецировать изображение с вашего смартфона прямо вам на руку. Причем вы можете полностью управлять своим смартфоном, щелкая пальцами по руке, как по экрану. С ним вы можете отвечать на звонки, работать в интернете, запускать приложения, в общем, все, что вы делаете со своим смартфоном. Кстати, он водонепроницаемый, так что можете смело брать его в ванную, чего не скажешь о большинстве смартфонов. А включить и выключить браслет можно простым движением руки. Если ручной проектор вам пока не по карману, то как насчет карманного кинотеатра? Миниатюрный проектор размером не больше обычного смартфона способен передавать изображение на любую поверхность. Наверняка многие хотели бы иметь домашний кинотеатр. С таким устройством вы можете себе его позволить. С ним можно как проводить деловые презентации, так и просто смотреть фильмы в компании друзей. И напоследок еще одна штуковина, как будто пришедшая к нам из будущего. Левитирующий Bluetooth динамик, способный парить в воздухе по принципу магнитной левитации. Переключать композиции можно прямо на вашем телефоне через Bluetooth. От аккумулятора способен играть аж 15 часов, так что вам точно хватит. А смотрится он очень круто, согласитесь. Ссылки на все представленные товары вы найдете в описании. И не забудьте сэкономить с сайтом letyshops.ru.